Вам знаком? Книжкин дом. Знайте, что тут книжки живут. Книжки живут. Короткие и длинные, новые, старинные, обычные и странные, и даже иностранные, серьезные, учебные, веселые, волшебные, про море и про книги в ряд для ребят. Вот прочесть все, что в них есть, все, что в них есть. Василий, ты Людмила! Люда, читаюсь! Краина, мыслить! Хмельницький, думай! Библиотеки сьогодні немає тиші! Скільки ти читаєш? Настільки ти людина! Yeah.